Сегодня мы начинаем менять панель приборов. Для начала нужно поставить водительское сиденье в крайнее положение назад. У кого электропривод руля, выдвинуть вперед и вниз руль. Затем отключить аккумулятор. Для удобства работы открутим пассажирское сиденье. Для этого нужно открутить два болта впереди. Болты под звездочку, но можно использовать ключ на 10, головку на 10. И два болта сзади. Также нужно будет отсоединить разъемы сиденья. Нажать на кнопку и отцепить. Это общий разъем сиденья. Болты откручены. Вот такого плана болт. Подходит на 10. Обычно. И маленький трещин. И болты откручены. Здесь тоже. Снимаем сиденье. Снимем центральный тоннель. Продолжение следует...
Далее нам нужно открутить болты вот сзади, где находится вот эта заглушка. Опа. Заглушка имеет такую форму. Как это делается? Фиксатор и вверху болты на 10. Один с этой стороны, второй снизу. На крышке есть такое углубление, пропил, для того чтобы есть небольшое количество фиксатора. Далее нам нужно открутить один болт здесь. Здесь, который фиксирует в нейтральном положении коробку. Далее нужно открутить отверткой вот этот болт и вот это. Соединить разъемы. И открутить вот это. Чтобы снять разъем, нужно нажать вот здесь и разъединить. Сам разъем нужно провернуть.
так выглядит вот это модуль SRS. Это нейтраль положение. Они еще два винта. Второй, чтобы открутить, нужно снять вот этот. Нажать стартить.